Здравствуйте! Сегодня расскажу вам про Ситопалладий Чурну. Этот препарат является самым мощным аюрведическим средством для дыхательных путей. Он применяется при таких заболеваниях, как бронхит, ринит, различные заболевания дыхательных путей и всей дыхательной системы. Он особенно показан людям, которые курят или курили в прошлом, а также для людей, которые живут в городах, потому что выхлопные газы, которыми мы дышим, негативно влияют на нашу дыхательную систему, дыхательные пути, тем самым понижая общий тонус и иммунитет. Очищая пищеварительную систему и дыхательные пути, мы улучшаем наше состояние организма и иммунитет. Ситопалладий Чурна эффективен потому, что в его состав входят дикорастущие травы, которые являются намного более эффективными, чем любые культивируемые травы. В состав Ситопалладий Чурна входит корица, которая разжигает огонь пищеварения, влияет на нашу пищеварительную систему. Также в состав препарата входит кориандр, который является легким мочегонным средством, который также влияет на нашу печень, желчный пузырь. И кроме того, в его состав входит тростниковый бамбук, который является легким очистительным средством. Он является прекрасным противовоспалительным и противовирусным средством. Кроме того, он действует хорошо во время астмы, различных кашлей и бронхита. Показания Ситопалладия Чурна являются кашель, любые респираторные заболевания и все сложности с дыхательными путями в нашем организме. Ситопалладий Чурну рекомендуется применять 2-3 раза в день по 1 или 3 граммам за раз, желательно до или после еды. Вы можете смешать это количество с медом, с топленым маслом, размешать в воде или съесть порошок и просто запить водой. 3 грамма – это приблизительно пол чайной ложки, так как в одной чайной ложке 5 грамм. То есть это приблизительно вот такое количество порошка. Выбирайте тот способ, который вам больше всего нравится. Это средство прекрасно при простудах и всех вирусных заболеваниях, которые быстро окажут оздоровительный эффект для всего вашего организма и быстро и качественно повысит иммунитет. Я желаю вам быть здоровыми и счастливыми. До свидания!